Высокая базовая ставка и инфляция стимулируют рост спроса на тинговые активы. По данным Ассоциации финансистов, фондовый рынок Казахстана восстанавливается после прошлогоднего сильного снижения. К примеру, вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги выросли на 21% до 461 миллиарда тенге. Это максимальные значения за последние 9 месяцев. Таким образом, по словам аналитиков, наблюдается восстановление внешнего спроса на тинговые активы из-за их высокой доходности. Ранее пик вкладов иностранных инвесторов достигал 800 миллиардов тенге, и пришелся он на ноябрь 2021 года. После, до декабря прошлого года, происходил медленный отток. По прогнозам экспертов, спрос на госбумаги Казахстана со стороны нерезидентов будет продолжаться и дальше, если Федрезерв США будет снижать ставки. Если это будет происходить, то, скажем так, снижение ставок там, а у нас они, скорее всего, пока сохранятся, потому что у нас инфляционные риски высокие, и это будет стимулировать инвесторов искать более доходные инструменты. И, среди прочих, наши тинговые облигации Минфина и Нотбанка. При этом, как говорят эксперты, приток иностранной валюты на фондовый рынок может сказаться и на курсе тенге. Так, национальная валюта может окрепнуть из-за притока большого объема долларов.